На сцену поднимаются лучшие студенты НИУ БелГУ, которые достигли высоких результатов в учебной, научной, общественной деятельности, в творчестве и спорте. Среди них и Елена Кузубова, выпускница Института фармации, химии и биологии, стипендиатка президента Российской Федерации, губернатора Белгородской области, неоднократная финалистка и победительница региональных и всероссийских конкурсов по науке. На протяжении всех 5 лет я училась на отлично, успевала заниматься в науке, не забывая про спорт. Ведь спорт – это наше здоровье. И, конечно же, про социальную работу нашего института. В ней непосредственно принимала участие. Успела отучиться в Ереванском государственном университете 1,5 года, написать диплом и его защитить в нашем университете. Медали очень рада. Не сказать, что это было неожиданно. Я шла к этому на протяжении всех 5 лет. Медаль достойному – неотъемлемая часть истории вуза. Она была возрождена в год празднования 140-летия университета и ежегодно вручается лучшим выпускникам каждого института НИУ БелГУ. И в этом году еще 11 человек вошли в золотую книгу выпускников Белгородского госуниверситета. В нашем университете учится талантливая и целеустремленная молодежь. Сотни студентов у нас получают различные повышенные стипендии, в том числе и стипендии президента и правительства страны, стипендии фонда поколения, губернаторскую, ректорскую и иные именные стипендии. Наши студенты побеждают в научно-технических, творческих и спортивных конкурсах, являются обладателями многочисленных престижных грантов, премий и наград международного и всероссийского уровней. В этот день чествовали не только лучших выпускников. На сцену поднялись лауреаты премии имени выдающихся земляков, ученых и просветителей Николая Николаевича Страхова и Алексея Васильевича Погорелова. Они присуждаются на конкурсной основе в номинациях «Наука» и «Образование». Также наградили победителя конкурса профессионального мастерства по итогам работы в 2020-2021 учебном году. У вас есть научные разработки, которые дошли достойное практическое применение. У вас есть успехи в спорте, художественной самодеятельности. И мы гордимся, что наш государственный университет является одним из ведущих университетов и высших учебных заведений в Российской Федерации. Свидетельство – это рейтинги, которые вы показываете в разных направлениях. Полную версию церемонии награждения можно посмотреть на YouTube-канале НИУ БелГУ.